Всем привет! Сегодня мы ловим ерша на попсовых координатах 87, 87. Вот у меня уже идут поклевки. Одного я уже поймал за кадром. На 87 грамм вроде бы. 88 грамм. Закидываю просто возле берега, без всякой клипсы и этой всей ерунды, что обычно говорят. Потому что клипса на ерша, ну это такое. Он везде клюет. Особенно у берега удобно ловить. Не надо долго забрасывать. Просто кинул и все. Дожидаешься, пока придет рыбка. Ну, ерша ловят ночью, это все знают, понятно. На этих координатах его ловят почти все, но все равно иногда возникает вопрос, где поймать нормального ерша. Ну и тогда посылаем людей сюда, на Комаринное, на 87-87. Вот. Где каждый может найти пару вот этих вот рыб. Ерши вообще рыба ценная. Стоят они дорого. Трофей поймать очень легко. Достаточно почаще просто его ловить. Ловлю на червя, на небольшие крючки. Ой, это не он. Это лещик заплыл. Не знаю, что он тут забыл. Ну, я просто решил выполнить квест в кафе и пока выполняю, заодно записать этот видосик. Чтобы показать, что реально на точке ерши есть, потому что некоторые даже приходят на точку и не могут поймать эту рыбу. Это что такое? Это что такое? Ну-ка, рикцион подкрутим. Это линь, наверное. Да. Хитрый, тяжелый линь. Ну как тяжелый? Хотя бы зачетный. Тут с донками еще такой прикол, что поклевка ерша может быть не видна. Поэтому, если долго не клюет, можно поднять, посмотреть. Вот, не клевало, а ерш есть. Правда, на 22 грамма. Это, вероятно, связано с кверентипами. С вот этими сменными наконечниками на донках. У меня просто стоит не самая низкая чувствительность, поэтому поклевка такой рыбы может пропускаться донкой. Вот, тут тоже есть. 28 грамм. Маленький. Ну вот, и так понемножку набираем ершей. Сколько у меня уже... Так, по квесту нужно 5 вроде бы. Но может быть и больше. Больше 40 грамм. У меня пока 5, но не все подходят. Нужны еще. Так, поклевочка. Ну, это тоже явно не ёрш. Сегодня линь хорошо заходит на этой точке. Вот это должен быть ёрш. Да, тяжеленький должен быть. Нет, я думал тяжеленький. А это опять малыш. Ну, короче, мой квест на грани срыва вроде получается. Потому что уже сколько времени и тяжелый ерш уже не идет. Все-таки не хотелось бы оставаться тут еще на одну ночь. Какие-то малыши клюют.
О, 60 грамм, нормальный. Вообще на Комаринном квесты на Ерша попадаются с солидной регулярностью. Иногда тут бывает от 20 грамм, иногда от 40. Вроде бы я даже видел от 70 или что-то такое. Но там очень дорогой. В общем, новичку на этих квестах заработать нечего делать. Просто становишься ночью и начинаешь отлавливать этих жуликов. Все, что нужно. Получаешь там, ну, за этот квест около 50 серебра дают. Это много. О, густер как неплохая зашла. Отлично попадаются, когда они не нужны. Вот это хороший. 74 грамма. Неплохо. Так, сколько мне вроде надо? 5. Но может быть и 7. Я точно не знаю. Ну, то есть я посмотрел квест одним глазом, как всегда. По массе. Раз, два, три, четыре, пять. Короче, 5 есть. Но я, наверное, досижу уже до утра с этим видосиком. Может быть, поймаю еще один или два, чтобы наверняка, если там 5 или 7 надо. Иногда такое бывает, что не 5 рыб надо по квесту сдать, а 6 или 7, или даже где-то 8. Ну где же, вроде ж повело. Ладно. Вот тут есть. Вот один. Но если я еще одного поймаю, то буду видео выключать. Вы уже, в принципе, увидели, что ёрш тут ловится фантастически. Я даже не выставлял большие крючки, но относительно большие, чтобы ловить довольно крупных ершей. Вот я поймал, все, теперь я квест 100% сделал, и мне, в принципе, уже тут ерши не нужны. Я думаю, видео удлинять тоже искусственно мы не будем. Буду отключаться. Ни хвоста, ни чешуи всем. Точка 8787 ершей. Целое море. Приходите на три удочки, на три доночки. Ловите этих жуликов и выполняйте квесты, зарабатывайте кэш. Все, всем пока.